Передовик и надежный партнер. Так по-ангарски отзываются члены правительства Иркутской области, парламентарии, представители городов-побратимов и других партнеров. На протяжении многих лет Ангарский округ выстраивает доверительные отношения с регионом и федеральным центром. Город ощущает поддержку своих инициатив и проектов, участвуя во всех возможных программах с одной целью – сделать территорию лучше и комфортнее. Все задачи, которые ставит перед собой муниципалитет, находят решение при поддержке областных коллег. С 70-летним юбилеем город нефтехимиков поздравили представитель комитета по бюджету регионального парламента Наталья Декусарова и вице-спикер законодательного собрания Приангарья Кузьма Алдаров. Конечно, по историческим меркам время не так много, 70 лет. У нас есть города, которые 300 и 400 лет отмечают. Поэтому все впереди. Город имеет возможности для развития. Я думаю, что в этом отношении администрация города Дума активно работает. Мне бы хотелось, чтобы будущее было светлым, надежным, и город оставался комфортным и благополучным. Ангарск одним из первых вступил в программу формирования комфортной городской среды. За 4 года в округе отремонтированы более 50 дворов и еще 10 общественных территорий.